В Москве сотрудники полиции при поддержке ОМОНа задержали более 500 нелегалов. Правоохранители нагрянули на стройплощадку на Заречной улице, где возводится жилой комплекс. Они перекрыли выходы и всех рабочих, которые не имели документов, подтверждающих право находиться и работать в нашей стране, доставили в полицейский участок. Там их проверят в том числе и на возможную причастность к совершению преступлений в столичном регионе. Ранее на этой же стройке были задержаны двое граждан Таджикистана, которых подозревают в серии жестоких нападений на женщин в Москве.